Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в моем видео я вам покажу, как приготовить тушенку в домашних условиях без автоклава. Способ очень легкий и доступный, а тушенка получается безумно вкусной. Также в видео я вам покажу, как приготовить быстрый и очень вкусный ужин из тушенки. Для начала разделаем мясо. У меня говяжья спинка. Мясо промываем, откидываем на дуршлаг, чтобы убрать жидкость, и нарезаем на средние кусочки. Параллельно удаляем пленку, прожилки и хрящи. У меня мясо не жирное, но для тушенки предпочтительно немного жирное мясо. При тушении жир подтопится, поднимется наверх и запечатает верхушку банки. Разделанное мясо теперь нужно посолить. На 1 кг мяса берем 1 чайную ложку с горкой соли. Так как мясо у меня 2,5 кг, я добавила 2,5 чайной ложки соли. Мясо хорошенько перемешиваем. Полулитровые банки я предварительно помыла и простерилизовала. В каждую баночку кладем лавровый лист и 3 горошины черного перца. Далее заполняем баночки мясом. Мясо кладем плотно, слегка утрамбовывая. Сверху выкладываем жирные кусочки. На банки кладем чистые стерилизованные винтовые крышки и плотно закручиваем. Банки кладем в объемную кастрюлю для стерилизации. На дно кастрюли обязательно кладем салфетку или полотенце. Банки заливаем холодной водой так, чтобы вода полностью покрывала их. Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и убавляем огонь до самого минимума, так, чтобы вода слегка кипела. Очень важно, чтобы вода булькала, следите за этим. Оставляем кастрюлю на плите на 5 часов. В процессе следим за водой, при необходимости доливаем воду в кастрюлю. По истечении времени я выключила огонь и оставила кастрюлю с банками в воде до самого утра. И таким образом банки получили дополнительную стерилизацию. Из данного количества мяса у меня получилось 6 полулитровых банок тушенки. Тушенка получилась очень ароматная. От одной банки аромат на всю кухню. Мясо получилось просто идеальное. Оно очень мягкое и легко делится на волокна. После того, как вы попробуете такую тушенку, вы больше не захотите вареного мяса.
Далее в видео я вам покажу, как быстро из такой тушенки приготовить обед или ужин. Готовить мы будем макароны с тушенкой. Это блюдо еще называют макароны по-флотски. В сковороду наливаем растительное масло. В масло закидываем измельченный лук и слегка обжариваем. Далее к луку добавляем морковь, нарезанную соломкой, и обжариваем овощи несколько минут. К овощам добавляем наше тушеное мясо, перемешиваем, крупные кусочки измельчаем лопаточкой. Солим, перчим, добавляем паприку, кориандр и сушеный чеснок. Подливку высыпаем макароны, наливаем горячую воду, чтобы вода полностью покрывала их. Добавляем соль. Поскольку тушенку мы солили, соли мы добавляем немного. Перемешиваем и закрываем крышкой. Макароны мы готовим под крышкой до готовности, пока жидкость полностью не выпарится. Макароны с тушеным мясом готовы. Аромат на всю комнату. Когда у вас дома в запасе есть тушенка, вот так быстро и легко можно приготовить вкусное, сытное и аппетитное блюдо. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч!